преддверии Дня Учителя в областном центре состоялась торжественная церемония вручения муниципальных премий за работу с одаренными детьми. Победителями стали 12 учителей и педагогов дополнительного образования, воспитанники которых являются победителями и призерами олимпиад, всероссийских и международных конкурсов. Сегодня каждый учащийся нашего образования может найти себе ту среду и свою индивидуальную траекторию образования, которая позволит ему реализовать все свои возможности. Но без педагога это сделать невозможно. Поэтому накануне нашего профессионального праздника разрешите вас всех поздравить от имени главы города Ивана Владимира Николаевича Шарыпова, пожелать дальнейших успехов, исполнения всех своих желаний, здоровья, ну и, конечно, гордости за наших учеников. В числе лауреатов премии педагог дополнительного образования Дома детского творчества номер 3 Ольга Корнева. Она руководит образцовым фольклорным ансамблем «Махоня», творчество которого жителям областного центра хорошо известно. В этом году коллективу исполнилось 15 лет. В нем занимаются полсотни ребят. Ездим по конкурсам всероссийские, международные. Очень много выступаем на городских и областных мероприятиях. В принципе, недавно был концерт, посвященный пожилым людям. Очень удачно у нас там все получилось. Бабушки были счастливы с нами попеть русские народные песни. Кульминация праздника – вручение награды «Орден детских сердец». Ее получили 10 лучших педагогов, которые большую часть своей жизни посвятили работе с детьми. Вообще учитель никогда не задумывается о своих достижениях. Мы просто изо дня в день учим детей. И когда мы видим результат своей деятельности, как ребята сдают экзамены, какие у них знания, и это приносит огромное удовлетворение. В этом году церемония вручения Ордена детских сердец состоялась в юбилейный 10-й раз. Обладателями престижной сферы образования награды за это время стали 100 ивановских учителей. Любовь Почерникова, Денис Денисов, РТВ Иваново.